16 века. В настоящее время осталось только две эпохи. Одна эпоха 19 века, другая эпоха 16 века. Дело в том, что здесь снова и нет еще 1982 года. В этой церкви произошло ограбление. Но так как на Сан-Дорини вообще как бы криминал не сильно развит, да, можно сказать, что это было самое громкое преступление, которое произошло за историю этого острова. Женщина, которая наблюдала за этой церковью, ее нашли спустя какое-то время убитой, и 24 иконы пропали. Следы этих икон не были обнаружены никогда, где они находятся, до сих пор никто не знает.